короче, Игорь. Ну, я поняла. Да. Ну. Игорь. Да? Хотите, давайте так. Игорь. Дурацкое имя. Дурацкое. Ну, а вас как зовут? Зови меня просто. Мария Мирабелла. Можно просто баб Маша? Можно. Баб Маш, ну... Да. Это моя комната. А там, видимо, там за дверью это моя, да? Не ходи туда! Не открывай! Вы что так орете-то? Не буду я ничего открывать. Вы что так, что сположились-то так? Да просто у любой 89-летней женщины должна быть какая-то загадка.